Косячил, жить хуже верхушки накосячил, она жить хуже не стала, нет, не стала. Хотя по идее должны признают. Они говорят, что это что-то непролетарный вопрос. Единственная задача договариваться. Вы косячили, вы держитесь. Да, вот вы накосячили, вы держаться не надо. Вы рассказываете, вы накосячили, вы держитесь. Это вы держите. Сидите нахер лучше, как можно. Идите нахер, как формула, что одни накосячили, другим надо держаться. Вы держитесь, вы накосячили, вы держитесь. Кто накосячил, тот и должен держаться, нет другой формулы, да, по-другому, пожалуй, плоды своих косяков. А тот, кто накосячил, будет в состоянии наробить главную, главную свободу, наравную.